Предметы быта татарской культуры еще не нашли своего места в музее. Экспертам предстоит детально изучить их и понять, кому они принадлежали. Поэтому хрупкие ценности из другой эпохи пока стараются уберечь от лишнего взгляда. Научные сотрудники ХГУ, которые обнаружили редкие вещи, говорят, в центре города на проспекте Ленина располагается один из памятников культурного наследия – могильник Абакан-8. Поэтому историкам приходится контролировать все строительные работы в этом месте. Эта находка фиксирует присутствие человека, как минимум, вот, отстоящего от нас на 2500 лет, показывает нам, что город Абакан, территория нынешнего города Абакана была уже хорошо освоена. Коллега Валерий, Александр Поселянин рассказывает, найденное погребение датируется 4-5 веком до нашей эры. В древности оно было разграблено, остался только скелет и керамические осколки. Готовили пищу, варили, термически обрабатывали. Вот этот вот термически обработанный горшочек здесь, вернее, сосуд, в котором варили пищу. Варили, жарили, видимо, какую-то там молочную пищу, какие-то каши, может, там бульоны мясные. Вот нога. В будущем горшкам придадут первоначальный вид, а вот обнаруженное шило словно не тронуто временем. На первый взгляд, казалось бы, неказистый предмет. Это шило с грибовидной шляпкой на вершине. Но в обыденной жизни у людей, которые ведут относительно такое натуральное хозяйство, поэтому используется как для изготовления и починки одежды. Найденные ценности будут переданы в Республиканский музейно-культурный центр в течение следующего года. А историки, в свою очередь, продолжат следить за сохранностью памятников культурного наследия в черте города. Сейчас на территории Абакана выявлено порядка 30 археологических объектов. И, вероятно, на этом открытие не закончится. Памятники культуры различных эпох могут находить и дальше в случае строительных и земляных работ. Если участок не удается сохранить, то начинаются археологические раскопки. Катерина Ирушина, Василий Кузьмин, РТС.